Мы находимся на поле с сахарной кукурузой. И сегодня мы поговорим немножко о пасынках. То есть, стоит ли удалять или не стоит. Вообще, сами по себе пасынки стоит удалять, если они, как мы видим здесь, начинают заканчиваться метелкой. То есть, любой пасынок, если он не заканчивается метелкой, либо початком, и не превышает высоту до первого початка, его не обязательно удалять, он будет работать даже на влагоотдачу, если это не орошение. В других случаях вот все такие пасынки необходимо удалять, потому что это конкурент. Метелка, он будет закладывать также початок и будет конкурировать.